Строгий костюм. На работу 8:30. Без опоздания. Кабинет не просто офис, а целое бюро исследований. Есть у Александра Бочкина и стол директора со всеми атрибутами. Но управлять процессом отсюда он не спешит. Моя работа, она напрямую связана с компьютером. И, соответственно, без компьютера никакой работы быть не может. Не может еще и потому, что в его руках умная машина не хуже любого руководителя, контролирует каждого сотрудника. 26-летний кандидат наук разработал программу, которая и эффективность рабочего времени подсчитает, и рациональное распределение труда в офисе предложит. Решится проблема отсутствия необходимых данных для прогнозирования затрат времени на выполнение тех или иных поручений, также на реализацию, соответственно, всего проекта в целом. Идеи победителя инновационного конвента заинтересовались еще 3 года назад, когда он был студентом. Сейчас в его распоряжении университетская аудитория, 8 человек в штате, которые скорее соавторы, нежели подчиненные. Мы принимаем решения согласованно, то есть в процессе обсуждения, конструктивной критики. В этом кабинете традиционное офисное увлечение социальными сетями популярности не имеет. ВКонтакте одноклассники, я в основном это дома только смотрю. Не потому, что компьютер может сказать «я за тобой наблюдаю», а потому, что на работе нужно работать. Их пилотный проект на ура раскупали крупнейшие компании СНГ. А сама программа, которая должна появиться к лету, обещает произвести революцию во всем мире инновационных технологий. Алена Бушуева, Татьяна Шашурина, Вести, Мордовия.